Сделали мы вот такую подставку под аквариум. А в аквариуме будет, знаете что? Не только рыбки, но и картошка обыкновенная. Да ладно! Итак, чтобы аквариум был полноценным, мы насыпаем в него немножко промытого щебня и питательный грунт. Ведь картошке понадобятся питательные вещества. Заливаем немножко водички через трубочку, чтобы не вскаламутить воду. Но в итоге мы и так все вскаламутим. Когда будем сажать вот эти вот растения, мы купили прям самые красивые, которые смогли найти. Их корешки были замотаны в какую-то белую штуку. И надо было очень аккуратно доставать растения, чтобы как можно меньше повредить корешки. Пробуждаем в себе внутреннего дизайнера и красиво размещаем растения. Теперь берем другие. Блин, да как так-то? Давай переснимем. Достаем остальные растения. Извлекаем корешки и также сажаем на нашу подводную грядку. Блин, такая муть поднялась, ничего не видно. Но надеемся, что потом все уйдет, и доливаем еще водички. Для прочистки добавляем фильтр, а для обогрева обогреватель. Включаем, и начинается фильтрация. Теперь берем толстый электрический провод и формируем из него картофеледержалку. Теперь нам понадобится картошка, желательно с вот такими пупырышками, такими как бы зародышами маленьких кустиков картошки. По нашей логике, когда они пустят корешки, то мы поместим их в воду, откуда они и будут черпать полезные вещества. Возможно, нам даже удастся получить урожай аквариумной картошки. Каждые несколько часов мы будем ее переворачивать, чтобы каждая сторона немножко побыла в воде. И рост корешков ускорялся. Через несколько дней вода уже очистилась. Добавляем освещение и получаем вот такую вот красоту. Вы только посмотрите, как классно получилось. Как думаете, чего тут не хватает? Правильно, маленьких рыбок, которые будут какать в аквариуме, питая наши картошки. У нас 6 обычных рыбок и 2 сомика, которые будут подбирать со дна остатки еды. Ну что, выпускаем? В общем, несмотря на всю кажущуюся абсурдность эксперимента, он имеет вполне реальные шансы быть удачным. Свет для картошки есть, питательная среда тоже есть, подходящая температура в комнате имеется, и осталось просто ждать, как будет развиваться картошка и смотреть, будет ли урожай. Может, после завершения эксперимента никто уже не будет ходить на грядки, а все будут выращивать картошку в аквариумах, ведь тут ее не надо даже копать. Попутно мы заложили еще 2 сорта картошки в ящик с опилками и намочили, чтобы они также понемножку развивались на случай, если тот сорт, который в аквариуме будет себя плохо чувствовать, а у нас уже будет готовая замена. Напишите в комментариях, как вы думаете, получится ли у нас вырастить куст картошки и даст ли он урожай. Скажу по секрету, что в следующем видео мы, возможно, попытаемся посадить куст клубники в аквариум. Только никому не говорите.